Это уже серьезное дело. Юрий Александр Савельич занимается исследованием. Вот, видите, это особый случай. То, что не принято у науки, это искать причины уничтожения деревьев. Они настолько прониклись вот этим, и как странно, да, с одной стороны наука, а с другой такие примитивные понятия. Увидели листья, как больные, и говорят, и пишут, и учат, вот. И еще часть из них продалась торгашам, продалась коммерции, то есть отдельный список, и рядом стоят флаконы, все что угодно, только лишь бы дерево прыскать, чтобы вынуть с вас деньги. А настоящие причины, вот они, я сейчас не буду подробнее, уже говорил, показывал, вы понимаете, а это Савельич, она, конечно, вот. Я ей говорю, ее бы сейчас бы вместо тех, кто учит убивать деревья, ведущие бы, она бы огромную роль сыграла, она была бы самой популярной в России, она привлекательная, она умна, вот. Она бы показала правду, но тогда же это. Кто ж ее возьмет-то, ведь передача существует только ради рекламы, не для того, чтобы вырасти деревья. Деревья после их советов гибнут миллионами. Им надо заработать на продаже, втюрить вам это все. Длинный список и в магазин. Вот. Поэтому, Елена Александровна, извини, не видать тебе роли ведущей. Вот. Хотя мечтаю об этом. Вот. А теперь смотри, чем ты занимаешься. Это я говорю не для того, чтобы тебя похвалить. Это я говорю даже где-то с горечью. Вот это все, вот это твой прилавок. Видишь? Вот они, саженцы. Вот она, твоя продукция. Я специально уточнял. Откуда? Ты же инженер, в институте занимаешь должность инженера этой самой оранжереи. Откуда? Ох, откуда? Она свою сама вырастила. Здорово. Но это разве ее роль? Она может принести пользу в 1000 раз, в 1000000 раз больше, если научит людей этим заниматься, а не самой в это собирать посаду вот эти самые. Мелба, Росошанская, Богатырь, Боровинка, Бисмарк, Элси, Уральско-Наливное, сеянцы маньчжурцы, ну тут уже влияние железного. Смородина, жимолость, маньчжурский орех. Конечно, надо. Но это ее уровень. Это из пушки по воробьям стрелять. Декоративные кустарники, каштан. Знаешь, каштан, ого, это кое-что. Конечно, если бы съедобный каштан, мечта идиота, то есть Железова. Но я привозил с Украины, замерз. Ладно, проехали. Итак, это называется часть вебинара «Из пушки по воробьям». Вот сама делала пастилу. Замечательная вещь, полезная, вкуснейшая. Сама делала. Это ее уровень. Ее уровень – это самое малое завкафедры, чтобы учить студентов тому, чего сама умеет. А вот еще книга «Записки зачарованного сибирского садовода». Вроде хоть одну продаж нет. А вот мои брошюры. Видите? Вот мои диски учебные. Ой, сомневаюсь. Поэтому, резюме, по тебе плачет наука, уважаемая Елена Савельич. Вот. А этого человека тут там все к нему очередь должна стоять, из ученых. Просто очередь. Поговорить, поспрашивать, блокнот с собой этот самый, как его, ноутбук, записывать, фотографировать. Вот. Выпрашивать семена, выпрашивать черенки. Вот что надо науке. Это Чернобаев. Я сейчас пойму, к чему. Это Чернобаев Леонид Дмитриевич. Я его с трудом заставил. Ладно, вот это уже, видите как. У него после этого стенд еще вот этот. Это назовем стенд. Он стал еще красивее. И кругом горы ящиков. Уже невиданный. Еще раз говорю. Во всей Сибири. А у него сад, несколько десятков деревьев. Несколько десятков. Это все должно переехать, потому раз до сих пор не догадались.
Все должно это. А у нас Красноярск, Абакан, Шушенская, Минусинск, везде есть самоочищение. Вот. Отрывайтесь руками. Приезжайте со спецназом. Вначале закуйте его наручники, потом все это забирайте, потом доставайте, говорите, вот, извините за хлопоты, ради науки мы вас это попридержали в наручниках, а теперь вот вам деньги, вот, и как это, Высоцкий пел, и на выручку один магазин. Вот так должно быть. А почему? Сейчас скажу. Значит, он отказался дальше позировать. Еще висят эти груши, еще эти яблоки, еще, все еще висит, часть упала, еще персиков уже сколько это, больше 1000 собрал, а они еще висят. И тогда он произнес эту горькую-горькую шутку. Видите, это не лекция. Знаете, он сказал, я больше позировать не буду. Я принял это всерьез, я говорю, что с тобой? Ты что, ты же у нас лидер среди любителей. Как это ты не будешь? Какое ты имеешь право? А ты знаешь, говорит Константинович, если мы с тобой не прекратим сейчас вот это вот, вот, правительство в Москве решит, что у нас климат сильно хороший, и лишит нас 30% районного коэффициента. Вот. И сибиряки, ха-ха-кас, ну, то есть нашего региона, бить нас будут, ногами будут бить. Потому что за нас с тобой, там в Москве решат, что у нас это, что мы не заслуживаем северной надбавки. Ну и как вам шутка? А я написал, горькая шутка. Горькая шутка. И немножечко селекция. Вот та самая. Помните, пункт 7? Я ничего не забыл. И пришельцы, они были, они тут такое натворили. Вот еще раз про пришельцев. Потому что мы вот это все возвращаем крайское качество хитрым способом. Это когда правой рукой левое ухо чешешь. Вот примерно так. Еще чуть-чуть вспомню то старое. Итак, 19 век. Люди удивлялись. Появился Чарльз Дарвин. За Чарльзом Дарвином кровавая полоса, море крови из миллионов людей, потому что как только Бога отменили, оказалось, можно убивать сколько хочешь. Почему? Животное убивает животное. Потомок обезьяны убивает потомку обезьян. Сжигает сады, вот, разрушает дома, бросает детей в костер и прочее. Все было. Почему? Ответственности нет. Бога отменили от несчастья. Так? Вот. А что до этого было? И вот когда все это пришло, ну, Господи, это теория нашего родного академика Апарина. Мы произошли от случайного слипания молекул в грязной луже. И тогда, если это получается так, вот, даже если было так, этого нельзя было даже произносить, не то, что в учебнике. Ведь это же не доказано, но это бито, блин, башку всем. И тогда, после этого уже появилась фотография, появились путешественники. Если где-то когда-то времена там этого самого Тяньшанского этого, забывательности, Арсеньева или там Пржевальского в те времена, которые рискуя жизнью совершали 1000 километров. И вот он стоит в Индии и видит вот эту невероятной красоты старинное здание, построенное, не построенное, а из камня вытесанное. А они гигантские по размерам с нашим небоскребом. А они из камня вытесь. А как? Это надо видеть. А фотографий не было. И уже когда было полностью известно, что мы скоты, что мы от обезьян, что нам все можно, Бога нет, учебник биологии наш, почти современный, я цитировал, Сеченов, да, доказал рефлексы этих самых, даже у мертвых лягушек лапки дергались. И вывод. У человека нет души в советском, современном, ну там 30-40 лет назад, учебники, у человека нет души. И вот это все было. И потом появилось, извините, я не могу иначе, потом появилось
фотографии из Индии, из этого самого, из Баальбека, там, из этой самой, из Центральной Америки. И везде одно и то же. Гигантские сооружения, невиданные. Я уж не говорю про египетские пирамиды. Как могло несколько там... Там не было такой густоты народонаселения, как Муравьев, чтобы все это построить. А там блоки, десятки тонн каждый. А сооружения до неба гигантские. Как? И главное, зачем и почему? И вот это все до нас было. До нас. Тогда не было этой пустыни Сахара. Это сейчас они же все это уничтожили. Вы же понимаете, что пустыня Сахара – это потом. Когда строили, там реки текли. И леса были. И вот тогда появилась фотография. Мы теперь, некоторые вот вроде меня, ну и кто-то из вас тоже, наверняка удивляется этой невероятной мощи наших предков. Не вот тех, кто это. Первой мотыгой землю копали, а до этого собирали и ели этих гусениц и этих, и насекомых. Как нам сказали, что мы были первые люди, они были этими собирателями, то есть собирали все земли. А там гигантская невероятная цивилизация, настолько превосходящая нашу современную. Поздно! Поздно! Сейчас у этого никогда ни одного словечка студентам не это. Поздно! Биология вся современная, дури с дури. Но так специально сделано так, что когда огромный гигантский материал и тысячи терминов, специфических терминов, которые непереводимы, надо вызубрить, запомнить, понять их смысл. А когда все это понял, запомнил, ничего ты не понял, ни одного дерева не вырастет. И не поймешь, а откуда все берется. А потом Чернобаев это на абрикос бай прививает, вот такой вот, приезжает ко мне, режем черенки вот с этого дерева, вот, которое, это венгер, который привез с Украины, подчеркиваю, с Украины привез, они темно-синие, вот, получились сине-розовые, почему они розовые? Почему я сказал сине-розовые? Купят, а сейчас у меня их уже 300 штук, кажется, мне их на реализацию отдал. Вы их купите. А у них же предки синие. Какие они будут? Ведь это же витрингализация, которая не существует вообще в помине. За это поплатились сотни ученых, которые доказать не могли. Да я сейчас не могу доказать. Вот сейчас, когда вы вырастете с них косточки, из них будет часть розовых, часть синих, а часть сине-розовых. Почему я назвал сине-розовые, хотя продаю розовые? Да потому что меня потом не съели. Поняли, да? Три варианта. Будут розовые, синие или сине-розовые. Я выбрал средний вариант. Хотя продаю косточки розовых. А теперь смотрите. Сейчас закончим. Моя любимая тема и как раз конец этого разговора. А дело в том, что... Я взял и тоже с этого. Ну, давай Чернобаев. Ну, меня уже все обошли. Алексейка Алексей обошел с этими, с шелковицами. Вот. Людмила с этого, с Калининграда. У нее абрикосы, эти самые баи, уже 130 грамм, тоже меня обошло. Шаломай с этого, с персиками обошел. У меня 50 грамм, у него 200 грамм. И каждый меня обижает. Вот обижает, понимаете? А я как дурак радуюсь. Ну, серьезно, я радуюсь, как это. Вот. И тогда я сказал себе, а возьму-ка я еще веточку, беру отсюда же. Дерево, конечно, огромное. Беру себе веточку, прививая, но это, на маньчжурский абрикос. Думаю, покраснеет от стыда или не покраснеет? Смотрю, в прошлом году по запросам привил. Ребята, мы говорим о серьезных вещах, мы серьезные люди. Как садить, вы уже знаете эти косточки. Значит, по запросам году привил, в прошлом показывал. Вот. То есть осенью следующего года были
Фотографии где-то есть, только искать долго. Были такие же синие, нет, такие же синие, но у них были желтые точки. То, ага, процесс пошел. Внимание! Смотрите сюда и смотрите на их прямое потомство. Что-то уже есть? А? Я, конечно, не волшебник, я не Чернобаев, я не художник заслуженный. Вот. Ну, что-то же есть уже, ну согласитесь, что-то есть. Вот. А еще год, а еще. А вегетативная гибридизация, знаете, когда она истина? Знаете, когда? Когда она повторяется в потомстве. Почему не смогли доказать современное на тот момент, 100 лет назад, ученые, сталинские времена, хрущевские, почему их разогнали, почему они не могли доказать, хотя над этим же работали. Для Чернобаева это так. Ткнул удачно. И они удачно могли быть. А теперь возьмем все косточки, и что получается? А ни хрена непонятно. Чисто видение повторит, значит, и нет вегетативной гибридизации. А если будет третий вариант? А чем плохо? И вот когда у меня несколько десятков таких случаев случилось, тогда я и сделал выводы. Вегетативная гибридизация существует, плоды стали слаще, часто бывают, да, плоды бывают крупнее, плоды бывают чаще, по внешнему виду совершенно новый сорт, но даже при прививках, не только с косточки, не повторяются. Третий вариант, четвертый вариант. А потом, когда все это в саду увидел Курдюмов, который выпустил Тимирязевки, знаменитый писатель, знаменитый этот самый садовод, что он сказал, развел руками и написал. Железов упразднил понятие сорта. Ну, в данном случае не я упразднил. Вот этот человек гражданской должности. Упразднил конкретно вот это вот слева, вот это вот. Ну скажите, что неинтересно. Ну скажите, что вам эти розовые 300 косточек не нужны, а? 20 рублей косточка. Ну скажите, что вам не нужны. А если нужны, что надо делать? Я заканчиваю, извините, жить надо, но что-то надо жить. И тогда я сказал, не мне, а моим подопечным. И тогда я сказал, берете, ну, минимальный заказ, знаете, все-таки осень, где почта, 1000 рублей. Ну, пересылка, смотря куда, 300-400 рублей. Так? И тогда я вам высылаю 50 косточек, 50 за 1000. Ну, 1000 рублей это вроде много. Но если не отравленное, ну, это где-то две бутылки водки. Тогда получается немного. 50 косточек все-таки более полезно для здоровья, чем две бутылки водки. Вот, поняли, да? И сразу телефон 8-960-776-8672. И я вам это самое. И приходят деньги. А по WhatsApp параллельно. Это я такой. Можно немножко так. Не ровно 1300 или 1400. А 1390, 1380. А потом, это вот где цифры неровные, это мое. Чтобы легче это доказывать. Все, друзья, наше время истекло, осталась 1 минута. А мы еще подходим к главному. А мы подходим к главному. Вот. Все, намекать не буду. До свидания, друзья. Вот. Подумай, 100 рублей косточка. Но хотите? 100 рублей не покажется много. Бутылка пива. Видите, как я привык сравнивать?